От кого это подарок? Мальчик. Какой это мальчик? У нашего папы завтра день рождения, представляете? Ой, подожди, я разучилась. Попробовала сделать вот этот вот макияж. Вот на какой пальчиком ткнешь, так и будет называться. Давай, раз. Почему ты еще не в пижаме? Всем привет! Привет! Ксюша вернулась со школы. Маргариту не видела? Нет, она туда стыла, туда наверх куда-то пошла. Куда пошла? Нет, она, ну, туда. Она через другую зебру пошла. Ага, понятно. Папа поехал за Каролиной. Папа поехал за Каролиной. Канал сделай. Канал сделаю, сделаю. Сегодня канал сделаем. Сегодня посмотрим, что там тебе твои подписчики предложили в Инстаграм, потому что мы сделали опрос. Как Ксюша назвать канал? И сегодня мы посмотрим, каких вариантов будет больше, и выберем. Хорошо? Угу. О! Это Маргарита! Кто там? Вот они уже, смотрите, здесь все по пакетикам. Все, чтобы не перепутать, кто красил, чья, где футболка. Вот это Ксюшина футболочка. Носочки Ксюша красила себе. Прикольно получилось. Ксюша, твои носочки высохли. Носочки высохли. Привет, а ты что с подарком? Это чей подарок? От кого это подарок? Мальчик. Какой это... мальчик? Это... Мальчик да, подарил? Да, мы говорили, что какой-то футбол, не знаю, МС. Интересно, интересно. Это одноклассник? Нет, мой. Это Ксюшин одноклассник? Ага. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Угу. Прикольно. Нора Пахомки. А, это Эска. Угу. Красивая футболочка. Красивая футболочка. Левайс. Прикольные. Взяла бы все, покрасила. Какие все? Все. Как? Даже розовые можешь покрасить, как? Просто черной краской. Чтобы они все были пятнистые. И футболка на твоя. А черную мы могли бы одну белье. И футболочка вот такая вот у Ксюши зеленая. Тоже красиво получилось. Диди. Они уже высохли. Завтра все сразу? Хорошо. Я и поглажу тогда их, чтобы они были глаженные. Это чья? Это твоя, Маргарит. Это Маргошина футболка. Но она тоже уже высохла. В общем, мне нужно погладить это все и упаковать в пакетики, чтобы Маргарита забрала и отдала одноклассникам. Ага! Говорю, она сюда. Ну, это Эска. Приятного аппетита. Маргарита, ты кушаешь тушеную картошку с йогуртом или йогурт с тушеной картошкой? Налила больше, чем у тебя овощей. Eso es, ¿qué es? ¿Comida con salsa o salsa con comida? ¿Йогурт con comida o comida con йогурт? Папа то же самое сказал, что и я. У тебя сейчас спорт? А что ты сумку... А, ты просто разбирала ее. Киски такие у тебя, котики. Что ты написала у тебя? Угу. Сегодня будешь снимать видео с подарками? Ударилась, ударилась. Больно? Какая тебе комната больше нравится? Вот это. Почему? Потому что здесь много света. Хочешь вернуться к себе в комнату? Нет. Теперь тебе Ксюша не отдаст твою комнату. Придешь со школы и потом выберем название канала. И нужно будет сделать шапку. Вот это все такое. Попросить нужно, чтобы сделать шапку. Шапка для канала. Ага. Ты думала шапку на голову? Мне тоже хотелось тебе сказать, чтобы сделать. Да, надо шапку сделать сразу. Чтобы было все красиво и это. И... Геймерская. Но ты там только будешь Fortnite играть или всякие разные? Нет, только Fortnite уже Among Me.
называется. Что это такое? У нашего папы завтра день рождения, представляете? Папки день рождения. Что дарить будем? Что дарить будем? Ламборджини. Ну почему? У меня белые точки на ногтях. Витаминов не хватает, у меня тоже. И они у меня. У меня ногти теперь все грязные из-за вашей вот этой краски для футболок. Мама, они у меня не. Какие волнистые? У меня тоже волнистые. Дай мне конфетку. Она сама свои конфеты втихаря сидит по ночам, грызет. Ну, дай конфетку хоть одну. Конфетку дай, говорю. Смотри, все конфеты уже съела, была полная коробка. Вот это все мое, давай. Я буду, смотри, жонглировать конфетками. Вот сколько упадет, когда вот, смотри, какая упадет, такую я тебе отдам. Ой, подожди, я разучилась. Одна моя. Не пойдешь в школу, если не заправишь постель. Каролина у нее стащила две кисточки с ее косметики уже. Спасибо. Че, мамке жалко, что ли? Давай. Заправляй постель сначала. Заправляй постель, давай. Давай заправляй быстрее, Маргита, поздаешь. Ксюша, в школу! В школу! Быстрей! Сколько времени? Маргита, быстрее, у тебя есть одна минута. Ну все! Это она называется постель заправила. Это футболку хотя бы штаны заправь, только как капуста. Соленая. Денег маме не хватит. Куртку надень. Бедная мама. Да. Куртку надень, пожалуйста. Синяя куртка. А почему ты только пенал в школу берешь? Ну, я гандарбань. А, у вас труды? Да. Нет. Пилить там. Где? Пилить? Ты будешь пилить? Да, подержи. Давай, пили. На, давай, заправилась уже? Welcome! Welcome, давай, все. Так, если Бонька будет дома, она может открыть. Давайте. Все, давайте, пока. Не будет сильно жарко. Не будет жарко. Расстегни тогда. Все, ушла твоя хозяйка. Сумасшедшая. Что мы с тобой будем делать? Я вообще-то сегодня хотела окна помыть, но не знаю, успею, не успею. На улице именно, с той стороны. И жалюзи надо помыть тоже. Они уже все пыльные. Не знаю. Домой. Тебе задали уроки? Съездили за Каролиной в школу, приехали. Будем делать уроки. Маргарита еще в школе. До 4. Что тебе там задали? Тебе нравится новая школа? Не очень. Не очень? Не очень, говорит. А какая тебе больше нравится? Эта или та? Новая или старая? Новая. Новая? Это что за мишень такая? А, это тебе нужно. Угу. Тебе надо вырезать. Ну, давай. Аккуратно, да? Домашнее задание у Каролины. Вырезать улитку. На улитку, походу.
Аккуратненько, не так быстро, аккуратненько. Нужно аккуратно, не быстро, но аккуратно. Потихонечку, по линии, чтобы было ровно, красиво. Вырезала? Это все? Ну да. Только нужно было по линии ровно вырезать, а ты это... Змейка получилась, да? Это змейка. Это змейка. Потихонечку, потихонечку, вот. А что получилось? Ну, вырезай. Еще мои. Что так? А что мне нужно? Ничего, просто линии. Ты должна учиться ровно вырезать. Я покажи. Вот синяя, я накрасила другой макаронник. Как она называется? Как ее зовут, которая в фильме? Это же из фильма? Роз. Да. Ну-ка, смотри сюда. Прикольно. Каролину прикольно нарисовали. Накрасили, то есть. Один глаз Ксюша, другой глаз я. Ну, красиво получилось. У меня просто стрелки не получилось никак. Ну, научишься. Сколько раз я ей перекрашивала стрелки. Сейчас еще осталось стрелки. В общем, у меня не получились стрелки. Что я их смогу? Я попробовала сделать вот этот вот макияж книжки моей. Ну, здесь не написано, что нужно стрелки рисовать. Что кушать и готовить? Вау, круто у тебя получилось. Ну-ка, вернись. Классно. Подходит к твоим штанишкам. Давайте, что готовить, я не знаю. Бонни, что готовить, Бонни, кушать? Что завтра отнесешь футболки? Ты накрасилась, что ли? Покажи. Блестишь прям. А стрелки что не нарисовала? Хочешь, надо научить тебя стрелки рисовать. Я не знаю. Холодильник полупустой, я не знаю. Не знаю я, не знаю. Я не знаю. Скажи мне, пожалуйста. Какие пельмени? У меня фарша, во-первых, нет. Во-вторых, нужно тесто завести. В-третьих, нужно слепить. Это я тебе буду, знаешь, до скольки? А время, между прочим, уже 7:00. Это я буду до 9-10 пельмени лепить. Если бы у нас были замороженные уже готовые, я бы сварила. А у нас нет. У нас замороженное, да, тесто даже нет. У нас только вот эти фрукты. Это что такое? Морепродукты. Может, суп с морепродуктов? А, давай ему суп с морепродуктов сварим. Почему не кушают? Кушают. Без, если я не буду закидывать, только с креветками. Все, сейчас будем варить. Вот. Он тем более быстро варится. Вот, у меня есть замороженные морепродукты. Здесь креветки, кальмар, мидии, или как их называют. Так, вот они, морепродукты. Они уже с какой-то зеленью здесь, по-моему, со специями уже. Ну да ладно. Ничего страшного. Теперь я вот так вот их засыпаю в супик. И будут вариться. Я еще туда рис закинула, чтобы немножко густой был, погуще. С рисом. Так, еще сюда добавлю немножко томатной пасты. И все. Ребят, кто еще не подписан на мой ТикТок? Не подписывайтесь, подписывайтесь на меня. Мне мало. Я не покажу твой ТикТок. Так ты не снимаешь там ничего. А ты тоже нет. Я снимаю. Да. Я тоже буду начать. Последнее видео я сняла 5 дней назад. Сегодня еще одно буду загружать. И у меня 5 миллионов лайков. Смотрите, канал называется так же, как и на Ютубе. Вот видите? МК Family Box. Так что заходите и подписывайтесь. Подписывайтесь. ТикТок не продвигает детские странички, понимаешь? ТикТок это не лайки. ТикТок это не лайки. Так.
Ты выбрала название канала? Ксения, давай вот так, да, вот сделай, вот так, короче, пролистай. Вот на какой пальчиком ткнешь, так и будет называться. Давай, раз, два, три. Ксюша Плей. Все, Ксюша Плей. Отвертка здесь на столе. Машинки опять везде. Папа тебе завтра отвезет и заберет. И после обеда нет школы ни у кого завтра. Макс вообще нет. Макс пока болеет, он дома сидит. Все, и завтра у него все равно нет занятий, да, поэтому. Послезавтра он пойдет? А вот так вот будешь за столом сидеть с телефоном. Но он все равно антивакцинер. У нее телефон в суп упал. Можно водой помыть? Можно, только быстро. Она сидит, смотрит, а у нее телефон в суп упал. Ну что, обтрах на краске. Ну вот, теперь у тебя будет... Я потому что пахнет сухая бетоса салазина. Как тут капает телефон? Телефон пахнет морепродуктами. Я тебе говорила за столом телефон не смотреть? Поставила мне заставку какую-то. Что это такое? Нажимается, должна долго нажимать. Вот. А как ты это сделала? Ну, это мне есть иногда на видео. Там. Прикольно. Теперь у меня такой утенок. Видео, фото, не знаю, фото, видео, не знаю, что такое. Потом нажимаешь, потом оно тебе загружается, на фотка. На фотку, ну, это видео. Только, пожалуйста, с цепочкой не спи, снимай ее. Я забываю. Это теперь у тебя это будет. Ты вниз спать, что ли, будешь? Да. Ночнушка. Ночнушка. Прикольная ночнушка. Марго! Ты зубы почистила? Телефон на полку. Уже давно пора вырвать зуб. Не-не-не. Да. Он у тебя уже там висит на этом. Висит уже на кончике. Да все, хватит полку. Я его поставляю и не выбиваю. Макс, иди сюда. Открывай. Ой, я еще пасту не взяла. Ха-ха. Пасты хотела зубы почистить. Чупай, да. У тебя зуб криво растет, Макс. А где моя? Не знаю. Это же не игрушка тебе. И у тебя уже все. Помните, Леса? Леса Коя. Давай сюда иди сама делай. Всю комнату. Давай. Что ты делаешь? Миша, кола. Ой, простите. Не хэппи бёзды, у папы день рождения. Ой, да завтра. Да, у папы у нашего 21 октября, завтра день рождения. Неправильно написал, здесь другая буква. Почему ты еще не впишешь? Макс, все, собирайся, завтра в садик пойдешь, все. Нет. Да. Нет. Да. Вот ты не болеешь ни капельки. Да, конечно. Как надо в садик, так сразу. О, у меня температура, я болею. О, мне плохо. Хитрый. Я когда прихожу, ты уже спишь, знаешь? Нет, мама, я буду ждать. Я когда прихожу, ты уже храпишь. А я не буду. Угу. Все, поглажу все футболочки, подготовлю к завтрашнему дню, чтобы было красиво. Я закончила все свои дела, и мы идем спать.